Город Кочин с древних времен был известен своими специями. Именно сюда в 16 веке прибыли китайцы в торговых целях и построили эко-сети, которые действуют до сих пор. Сейчас мы находимся в этнографическом музее. Здесь собраны предметы средневекового искусства Керала. Манка в переводе баночка, как это мороженое. Вот такие баночки, которые раньше были глиняные, сейчас делают из пластика, подают мороженое. Попробуем. Прямо сейчас мы находимся в театре Кахакали. Это традиционное искусство Керала. Прямо за нами церемония, на которую наносят бумагу. Все краски, которые собирали в этот цвет. А каждый цвет означает определенный.